Так, почти дошел. Уже почти, практически почти, да. Здравствуй. Так, сейчас быстренько отгружаем все это дерьмо, блин. Непонятное. Так, вроде как все, да? Угу. Ну как он? Так, здесь все. Здесь все в плане апгрейда. Здесь просто ремонт, согласен. Так, хорошо. Как говорится, добро по... Детектор Филлис я надыбал, а? Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Восемь четыреста, неплохо. Так, это аптечки. Это всякая хрень. Так, ну пакет, давай, дружище. Так, теперь давайте смотреть. Вон тут еще одну. Сейчас сказать зону, блядь, территорию, конечно же. Еще одну территорию надо обследовать. Эту хрень я сейчас продам. Ну что? Он ее у меня покупать не хочет. Давай, не задерживайся. Он меня ее покупать не хочет от слова совсем. Аналогичная херня, а ты? Хотя бы так. Так, пакетов, дружище. Так, гранитовизик у меня патрончиков нет. Осталось только эмочка. Это что, в трещине? Ёперный балет. Ну вот это веселуха. Так, это сюда, короче, да? Уходи отсюда, мужик. Ага. Контрик. Контрик засел. Yeah.
все. Так, запись практически нечитаемая. Группа из 5 человек. Выдвигались с корабля в точке юго-запада. Сегодня будет минус 1. А дальше как пойдет? У цели всех обновлю, как договаривались, крот. Этот пацанчик конкретно, короче, скопытился. Еще один детектор вылез, кстати. Так, Майрона хабар. Это все мы заберем. Хорошо. Так, и куда мне теперь? Так, вот этот хабар, кстати. Так, на миске склады мне рано. Так, вот еще раз следовать. Давайте сейчас посмотрим, что в тайничке. Заодно, может, тортики какие надыбаем. Так, а наемничков там ходит. Это пипец, а мне по-любому тайник я хочу забрать. Сейчас начнется веселуха. Так, интеризик у меня, кстати, и нет патронов. Пипец. Папандосик. Тут еще кусты, ни хрена не видно. О, понятно. Вообще веселуха. Раз.
давай. Сколько вас еще? Так, еще два. Так. Так, это я все потом на Скадовск снесу. Ой-ой-ой. Четко приложил. Так, я вообще-то за тайничком пришел, ну раз такая пьянка, надо, короче, всех обыскать. О, нихера себе экзоскелет наемников, блядь. А вот теперь делаем вот так. Та-дам! Вот это кайф. Это реально кайф, ребят. Хоть он этот и получше будет. Но, блядь. Блядь, у него одна ячейка. Это как вообще? Охереть. А почему только одна? Печаль, беда. Теперь давайте смотреть по артикам, ребят. А, вес 12 минус 3. Как-то так. Все-таки экза есть экза. И переносимый вес в разы круче. Так, кабанчики пока ушли. Так, ну хоть немножко я патрончиков-то надоебало. Стоит тебе 100 килограмм таскать, у меня экзоскелет есть, блядь. Кажись,
Кажись, тайник на нижнем этаже. Где-то вот тут вот. Угу. Так, ну что? Вот такая херня. Надо идти до Скадовска. Благо телепортики есть еще два. Спрятал. Но... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Это я понял. Че, борода, неужели ты мне вообще ничего не возьмешь, а? Хотя бы что-то. Ну как? ₽7 мне стоило починить экзоскелет. И это у меня экзоскелет наемников. Ну, переносим и весь. 8 рублей. В чем бы и нет. 110 пусть будет. Потом понятно, что, может быть, я его, конечно, продам. У меня будет экзоскелет покруче в разы. Но пока так. Так, это вот эти вот херни, да? Так, винторезик у меня купить. Да чё ты топ? Пойдет пока 120. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Так, ладно. Здравствуй, сталкер. Так, пока пакет давал. Надо, короче. Ну, удачи тебе. Так, где эта херня? Угу. Пойдемте посмотрим, что там. Что тебе тут делать? Ты посмотри. За меня решает. До чего у меня есть дело, до чего у меня нету дела, а? Падла. Артефактика, ну блять, ну как же ж так же ж, а? Печаль, беда. Как залезть? Так, вроде залез. Ты волыны не свети. Так, ладно, мужики. Там давайте удачу. Всего вам, так сказать.
топ-хабар не хуже был. А я, кажись, все, что хотел, расследовал. Так. Опять меня на Янов херачит. Ну ладно. Пойдемте, телепортик у меня один остался. Я его все-таки, ребят, тратить не буду, мало ли что. Остался и остался. Здравствуй. Попутного ветра. Это не ко мне, это не ко мне. Со старшим говори. Со старшим говори. Так, по поводу группы Хамсы. Так, удалось отыскать какие-нибудь следы? Да. Побывал в трех возможных местах стоянки группы. Записка от Хамсы. Оставил ее в пещере неподалеке. На другой точке ничего найти не удалось. На стоянке вблизи железного леса был труп одного из рассветовцев. Оказывается, вот как обернулось. Как раз на связь недавно вышли эти самые рассветовцы. Ситуацию удалось прояснить. Это охотники на кровососов. Правда, Хамсе, походу, они готовили нечто другое. Что именно? И где сейчас рассветовцы? Они не пояснили. Сказали, что им понадобилась помощь. Что проводник куда-то исчез, короче, ничего толком не понял. Связь в скором времени оборвалась. Необходимо дождаться, когда она появится снова. Тогда будем ждать. Еще есть надежда, что сталкеры живы. Но без точных координат мне не удастся их найти. Будут координаты, жди. Перебои со связью здесь бывают, но не так часто. Я сообщу тебе, когда они снова свяжутся со Скадовском. Находись неподалеку. Вот так вот. Находиться неподалеку. Нет, ну можно покемарить, конечно. Вот. Ну, здар... Так, если совсем немножко. Найдешь артефакты? Немножко. Заглядывай, посмотрим. Так, вот так вот для нас сделано. Так, покидусики, родная. Оружия у меня особо нету. У этого 8 единиц. Нормуль вообще. Как нехуй пить. Ну да. Так. Так, хорошо, хорошо. Хорошо, что не у меня, да? Так, эту херню сюда кладем. Так, вот эту вот всю и тень, извините, я собрал. Теперь куда мне идти с этим дерьмом? Ну, пойдем ты на Янов, может, к ученым.
Так, ладно, давайте сутки покемарим, а там проверим, что будет. Допустим, вот так. Если даже. Так, ну и чё? А, несколько дней. Всё, тогда иди нахер. Пойдем на Яну. Так, насчет Велеса. Сгружаем. И надо будет все-таки этот квест, наверное, выполнить. Подождите. Что скажешь, брат? Блять. Ну рассказывай, я весь внимание. Хаюшки! Так, Азот, нужна помощь. Дело не праздное. На скадовске обнаружили взрывчатку с дистанционным управлением. Срочно требуется сканер и набор инструментов для обезвреживания. Если у нас инструмент наблюдения возникнет, а вот сканер придется собирать с нуля. Все детали, за исключением одной, у меня в наличии. Твоя задача отыскать мне простенькую рацию, чтобы я смог ее разобрать и позаимствовать деталь. Где посмотреть? На заводе Юпитер. Там может быть. На заводе Юпитер, да? Блять, вот количество. Ух, сколько ты хочешь, Васечка. Еще и детали нужны, вообще прикол. А нужны детали нашему красавчику. Нашему красавчику. Пойдемте к ученым, сейчас сдадим эту хуйню. Так, найти рацию. Привет, брат. Блять. Для винторезика практически нету ни хрена. Там бачье, вот как раз и детали вам. Да ебаный в рот. Ох ты, сразу три штуки. Сразу три штуки. Ой, блядь, да что ж такое-то, ну, блядь. Сука. Один забрал. Ставлю под текстурами. Ясно, понятно.
так просто его будет забрать. Причем он под текстурами, ребят, он конкретно под текстурами. Ну, допустим, огненный шар я забрал. Этот я хуй знает, как забрать. Не-не-не, вон там. Вон там по текстурами, и у меня такое как бы мнение, что лучше бы туда не лезть вообще. Как по мне. Ну его нахрен, вот кому надо, пусть лезут. Ходи. Так, Васечка, подожди. Покедова! Время дорого, рассказывай. Хаюшки! Ну давай. Количество контейнеров плюс давай еще. Нихуя себе. Это кайф вообще. Тык. Так, ну что, Васечка? Деталей у тебя нету, да? Бляха-муха. А я бы очень хотел. Так, а контейнеры я сделал. Блять, для калибровки. Сука, еще два. Блять. Пока. Бывай! Блять, надо инструменты для калибровки искать, ребята. Блять. Вот это кайф. Так, у меня была медуза. У меня была медуза. Второго уровня. Ходи сюда. Настало твое время, блять. Так, ну нормально, 10 кг, 12 кг, блядь, и восстановление здоровья. Все good. Все very good. Так, теперь давайте потайничку по-нашему поглядим. Угу. Так, для винторезика взяли. Так, тут еще есть некоторое дерьмо. Чего расскажешь, которое надо. Что скажешь, брат? Ремонтнику отдать. Это я видел некоторое дерьмо. Хаюшки! Я видел некоторое дерьмо, блядь. Так, и артики надо продать. Артики надо продать. Вес минус 10. Шикарно вообще. Тыщ. Красота. Ляпота, я бы сказал. Так, вот это вот надо обязательно. Количество контейнеров. Ну, бронька, это понятно. Ремонт, это понятно. Все понятно. Ну, привет. Чё, пацаны, как оно? А? Так, это что за херня? Найти для азота рацию. Ладно, рацию мы найдем.
Слушаю тебя. В общем, выкладывай. Рацию мы найдем, это понятное дело. Нет. Артиков пока нет. Эти сейчас толкну. Так, у этого дурачка, кстати, готово. Броники, это 100%. Сейчас будем этот квест выполнять. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Охуяствуйте, блядь. Да-да, я слушаю. Так, вот он какие-то документы мне за 12 рублей забрал. Хорошо. Так. Подождитесь, когда восстановится связь. Так, это для Шустрого. Так, надо Новикову передать все сканеры. А Новиков это у нас, так, это Савелий. Блять, это вот, короче. Так. Вот все твои сканеры. Ага. Так, я по поводу информации для модифицированных детекторов. Так, результат измерений снятых с принесенных тобой сканеров я обработаю. Но, как говорил, мне понадобятся специальные схемы и инструменты. Сведения про местонахождение инструментов у меня есть. Найти их тебе не составит труда. С чертежами и схемами хуже. От сталкеров долго удалось получить лишь приблизительные сведения о том, где они могут быть. Упоминалось два места. Так, военная база, цементный завод. Ладно. Так. Давай мне чисто небовские костюмы. Удачи тебе. Удачи тебе, милый человек. Удачи. Так. Ну вот. Так, надо артики попродавать. Дурачку, походу. Блять. Дебил, сука. Стой, блять, на месте. Идиота кусок. Пока. Да-да-да, я тебе не сдохну. Сука, откройся. Так, теперь давайте-ка смотреть. Так, мне чтобы выполнить квест. Блять. Сука. Значит так, давайте смотреть. 5 детекторов Виллис. Так, 2 винторезика. А, так.
Иди на кабан, причем с прицелом. Давайте-ка без прицелов. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, что еще мне надо? Так, вроде бы все взял, да? Хорошо. Так, ну что? Идем делать первую закладку. Все, вроде у меня есть. Для этого. Причем, посмотрите, блядь, все акабаны модифицированы. Нихера себе. Вот это да. Вот это, как говорится, я понимаю. Будет почекать все GPS-проводники, ребят. Почему? Потому что если я все соберу, мне бесконечно дадут. Вот это будет кайф. Вот это будет реально кайф. Так, пока я тут это самое по закладкам бегаю, надо обязательно проверять детектором, может, где какие вкусняшки будут. Так, ну, собственно говоря, первый тайник. Погнали, раз. Так, оружие, к нему патроны. А дальше аптечка. Жрачка. Антирад. Бинт. Что-то забыл. Чего-то я забыл. Не понял, а что не сработало? Почему? Вроде как он... А, блядь, бронька, ёпперный балет. Вот это я туплю. Ну и какого хуя? Почему? А почему? Почему? Может, две аптечки надо? Велес, ёб твою мать, точно. Теперь у меня выносливость есть. Че, погнали на следующий. Сейчас быстренько все схронички заложим, да и все. И все. А вон зампачил. А нет, это бандюки обычные. Ну и хрен с вами. Скучают, пацаны, скучают. Скучают, что поделать. О, Артик. Не проходим, как говорится, мимо. Слушайте, так хороший арт мы взяли, посмотрите. Батарейка. Блять, его прокачать вообще было бы кайф. И был бы просто кайф.
посмотрим, может потом прокачаю. Сосен гребаная где-то бегает. Так, а тут еще медузка. Ну, и на том спасибо. Так, а мы закладываем следующий схрон сразу. Так, ствол, комбез, патроны, детектор, аптечка, жрачка, антирадик. Вроде как все. Ну камон. Че, не работает? Бандюканы, кстати. Скорее всего, надо еще аптечку положить. Вот такую вот. Давай, 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 давай. Вроде же все есть. Сука. Че я забыла? Ну вот скажите, вот что, блять, а какого х? Слушайте, а почему 60? Прикол. Если вот так. Что я забыл? Скажите мне, пожалуйста, почему эта тварь не срабатывает? Комбезик, детектор, жрачка, аптечка, патроны и оружие. Почему не срабатывает? Сука. Не знаю. Странно. Блять, конечно же, бинт. Бинт забыл, сука. Забыл бинт. Его знает, почему не срабатывает, блядь. Хорошо, даже вот так сделаю. Если так, все-таки вот так кабаны срабатывают лучше. Я не знаю, почему не срабатывают винторезы, ребятки. Что-то у меня есть такое подозрение, что мне придется кабанчиков. А, еще надыбать две штуки и к нему патронов. Вот же ж, блядь, а. Вот же ж, блядь. А мне сейчас за патронами по-любому бежать надо. Патронов-то у меня больше нету. Вот в чем прикол. Кровососину расхерачили.
что было сейчас. Так, сейчас до бункера ученых, а там рукой подать. Два артика мы забираем, конечно же. Давай, давай, где-то здесь были. Сука, второй проебал. Нет, вот он. Все хорошо. Так, ага, вот поговорить с Гантой. Вроде как квест обновился, хорошо. Поговори, давай наливай. Поговорим, поговорим, поговорим. Как-нибудь поговорим. Сейчас тут картик заберу. Ой, блядь, а тут электор, пиздец. А, я помню этот арт. По-моему. Под текстурами, сука. А я хер его знает, как его забрать, честно. Честно, без понятия. Да и хрен бы с ним. Ну, здорово. Так. Прикол в том, что кабанов у меня. Ага. Так, ну это мой рабочий. Его я, конечно же, не отдам. Интересами делать, а? Это еще два кабана, блять. Это реально еще два кабана где-то дыбать, блять. А где я их надыбаю? Ты я хуй его знает. Ладно, давайте сейчас третью закладку сделаем. Там будем думать. Там уже подумаем, хер его знает. Честно вам скажу, ребят, хрен его знает. Не знаю, что делать. Пока не знаю. Подумаем. Блять. Пришел на свою голову. Сколько глаз? Три глаза сразу с одной плоти, сука, выпало, блядь. Вот это прикол. Вот это прикол. Так, поехали. Сейчас еще раз пробанем. Mm-hmm.
Чё забыл? Жрачку забыл, конечно же. Сука, срабатывай, тварь. Срабатывай, падла. Не хочет. Так, а если вот так? Почему-то винторезики не идут. Это я уже понял. А вот акабаны идут очень даже. Мне еще надо два кабана где-то надыбать. Это мы продаем, ребятки. Не катят. Я не знаю почему. Сука, я не знаю почему, но не катят. Мне нужны кабаны. Два штуки. Хотя вроде винторезики тоже должны бы прокатывать, но вот хер там. Хер там плавал, два кабана надо. Где-то тут зомбачье гуляло. Не помню где, но где-то гуляло. Сука, возьми его, блядь. Ага, взял. Хорошо. Третье забрать. Третье, блядь, попробуй забери. Третий я, наверное, оставлю здесь. В общем, этот тайник я его сколько искал, сколько где-то его. Ни хера его тут нету. Ни под елочкой, ни под хуёлочкой, ни... Сука. Так. А где бы мне зомбарей найти, блядь, за кабанами? Так, аномалия пепелища как вариант. Как вариант. Ну-ка, давайте сюда. Ух ты. Привет. Пепелище сходить, может там что будет. Так, тихо. Зомбачье, может быть, акабаны будут у кого.
кстати, зомбарей нету. Печаль, беда. Сука. Вот же ж, блять, а. Придется таскаться с этой херней. Пока кабанов не наберу. Окей, ПДА. Окей, 74, МП5. Сука. Слушайте, а если АС-вал положить? Может, прокатит? Так, у меня две закладки, да? Давайте попробуем. Может, и прокатит, а может, не прокатит. I don't fucking know. По крайней мере, сейчас я этот квест не выполню. При всем желании. При всем желании. Так, АКМ-74. Не пойдет, нужен кабан. Нужен кабан. Так, дождик пошел, да? Опачки. Может, тут что будет?